В предыдущих сериях Леха купил мопед и начал его разбирать. Сняв двигатель, он заметил непригодность цилиндропоршневой группы, но это не столь важно, как важен флекс его ассистента. И по многочисленным просьбам подписчиков мы повторим его флекс. Будет бас наебал. Дымоход, сколько стоит шмот? Дымоход, дымоход. Всем привет, мы находимся в центре гаража и ищем модных и деловых людей. Также не забудьте подписаться на наш ВК, Инстаграм, ТикТок и на этот канал. Поставьте лайк и досмотрите ролик до конца. Не могу поверить, мы встретили легенду Ютуба, это же Лекс. Да, всем привет. Что же на вас уже одето? Давай начнем сверху. Сверху у меня, короче, шапка, она... Ну, мне ее привезла тетя. Ну, она где-то стоит. Точной цены не знаю. Ну, где-то примерно долларов 200. Потом идет такая, как шубка, Louis Vuitton. Где-то 1010 покупал в Англии. Так, ну что у меня по штанам? Ну, обычная Zara. Zara. Так, ну, снизу у меня кроссовки Off-White, коллаборация с Nike. Ну, они где-то я покупал здесь у нас продуктовым, ну, где-то за 1100. Как думаешь, сколько сумочек стоит? Ну, наверное, 1300, нет? Нет, нету таких сумок. Нету сумок за 300 тысяч. Эти сумки идут от 800 тысяч. Нету, если ты хочешь, если тебе говорят, что сумка 300 тысяч, это подделка. Я ее брал, знаешь, где? Где? Тут же, в продуктовом. За миллион. Ты меня обижаешь. Давай пойдем снизу. Снизу у меня, короче, кофточка. Ну, это Adidas, 1005. Потом тишка. Тишка где-то, ну, долларов 200-300. Ну, и цепи. Ну, это сколько? Ну, 1010, по-моему. Там вот, возле продуктового там купил. Кто вам помогает зарабатывать? Или вы зарабатываете сами? Да, я зарабатываю сам, как ты знаешь. У меня YouTube-канал свой, там 252 подписчика. Кстати, ребята, если вы не подписались, то подпишитесь на мой канал. Да, ссылочка, наверное, будет где-то здесь в описании. Ну, у меня свой проект, там, мотоцикл за 700 рублей. Так что, ну, я могу себе позволить, так сказать. Мне проект помогает. Ты думал, будет бас наебал? Я блогер, подпишись на канал. Всем здорово, интернет, это Леха Драндулет. И это канал Лекс, третья серия мотоцикла за 700 рублей. Хотел бы вас поблагодарить за вашу активность, за ваши лайки, комментарии, но их очень мало, чтобы продвинуть канал. Сейчас бы я хотел попросить перейти вниз, оставить любой комментарий, какой вы пожелаете. А именно, плохой или хороший контент, что вы пожелаете, что хотите дальше. И также не забывайте поставить лайк под этим видео. А мы приступим к этому видео и погнали! Ну чё, народ, погнали нахуй! Ёбаный в рот! Короче, первым делом мы, наверное, снимем герметик на этой крышке. А потом промоем, заменим вот эту шестерню. Потому что она у нас вот с этой стороны обломлена. Мы не сможем ножку поставить. Приступим. Вспомнили, что у нас есть еще одна крышка. То есть, чтобы не мучиться, здесь не снимать. Как вы видите, тут дофига всего. Надо здесь 4 открутить, здесь 1. И еще пока тут из сальника вытащить. У нас же есть вот нормальная свежая крышечка. То есть, не крашеная вот всяким дерьмом. То есть, наверное, только попытаться вот это все открутить. Потому что отвертка это очень тяжело. Тут аж руки выворачивают. Так что, сейчас мы открутим эту крышку. Она как раз вот с ножкой. И все, так что погнали.
ребят, пришла неделя, мы, короче, собрались с мыслями и решили его уже наконец-таки собрать, потому что мы его уже сколько собираем, 3 недели, наверное, или 4. Я уже тут немного подготовил, помыл, карп тоже промыл, тут лепестковый промыл, так что осталось все это вот просто вот скомпоновать, закинуть, и будем пробовать его заводить, так что погнали. Короче, это еще видео не закончилось, а то вы, может, подумали, что все уже, я захругляюсь. Нет, ребят, еще раз попрошу вас, оставьте комментарий, вот абсолютно любой, это... Если YouTube видит, что канал активен, на нем оставляют комментарии или лайки, он его поднимает в рекомендации. То есть, ваша помощь очень нужна мне. Давайте-ка сделаем последние кадры, да, и закончим этот проект, наверное. Так что погнали. My love.